Из новосибирского направления Анапы и Адлера будут чаще ходить поезда. Это связано с традиционным сезоном отпусков. Кроме того, сейчас железнодорожные перевозчики рассматривают возможность запуска второго состава по маршруту Томск-Новосибирск. Специалисты подсчитали, этот скоростной поезд пользуется стабильным спросом. Ежедневно он перевозит до 400 пассажиров. Также популярным стал экспресс-поезд до Омска, а вот до Барнаула состав оказался невостребованным.